Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Наталья Куткова. И сегодня я хочу посвятить тему «Исполнится ли наше желание?». Мы будем с вами гадать на картах Таро. И всего 22 аркана старших карт Таро. И мы будем с вами гадать по одному аркану, сбудется ли данное желание или нет. Итак, я предлагаю вам 7 вариантов. Сейчас я смешаю карты, а вы загадываете желание. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 7 желаний. Итак, сосредоточимся на вашей карте. Или можно все 7 желаний осуществить. Первое желание, второе, третье желание, четвертое желание, пятое желание, шестое желание, седьмое желание. И сейчас мы посмотрим, исполнится ли желание. Мысленно представим с вами свое желание. Проговорив его, мы отправляем таким образом запрос высшей силы. Исполнится ли данное желание у нас с вами. Итак, поехали. Кто загадал вот такой камушек? И первая карта у нас с вами солнце. Да, желание исполнится. Видите, солнышко — это радость, это счастье, это доброта, это любовь. Такое желание обязательно исполнится. Даже не думайте об этом. Ответ желания, да, оно исполнится. Может быть, не сразу и может быть, не быстро, но оно исполнится. Ваше удовольствие. Ваше удовольствие и ваше счастье. Ответ да. Сосредотачиваемся на втором желании. Или представляем другое желание. Итак, вторая карта у нас с вами. Вторая карта с колесницей. Возможно, желание связано с переездом. Возможно, желание уже в дороге. Даже возможно, что вы загадали про путешествие, куда-то вы хотите поехать. Куда-то вы готовитесь отправиться в дорогу. Ваше желание исполнится, если это касается дороги. Итак, третье желание. Третье желание. Третье желание. Ответ влюбленные. Это право выбора. Или вы загадали про отношения, любовь. Либо вы влюбились в кого-то и хотите знать ответ. Также влюбленный в прямом положении — это ответ «да». Но не торопитесь. Расставить в этом случае надо все неудачи. Рассмотрите альтернативы, может быть, вы найдете вариант получше. Так что ответ «да», но не быстро. Итак, желание номер 4.
название номер 4. Это у нас с вами Иерофант. Иерофант отвечает нам тоже положительно. Ответ «да» на все вопросы духовного характера. Если вы спрашивали о чем-то материальном, ответ, к сожалению, нет. Если вы спрашивали вопрос об учебе, то ответ «да», стоит идти учиться, вы получите колоссальные знания. А если вы спрашивали, куплю ли автомобиль в этом году, и что связано с материей, то ответ отрицательный. Итак, а мы с вами переходим к пятому варианту. Пятый вариант – это у нас с вами император. Император – также ответ «да». Когда вы полностью контролируете ситуацию, так что все будет по-вашему. Ответ «да». Итак, шестая позиция и императрица. Как интересно лежат карты. Император и императрица. Императрица тоже дает ответ «да», положительно, если это будет связано с женственностью или чувствительностью. Также решение ситуации должно быть творческим и красивым. Вам, как никогда, важно делать широкие жесты в отношении других, а также учиться получать подарки и быть открытой ко всему самому лучшему. Девиз карты – жить изобильной жизнью и дарить миру свою любовь. И последний вариант номер 7 – это сила. Сила – это у нас с вами 11-я аркан. Также сила говорит нам о том, что ответ «да», но надо приналожить какие-то усилия, и тогда вы добьетесь всего самого лучшего. Итак, у нас нет с вами и 7 желаний четкого ответа «нет». Есть предостережение у нас с вами в четвертом варианте. Если вы загадали материальное, то нет. Если что-то связано с учебой, духовными практиками или духовным, то ответ «да». Также у нас есть право выбора в третьем варианте. Остальные все варианты положительные. Я вас поздравляю, все ваши желания сбудутся. Да будет так. Пока-пока. С вами была я, Наталья Гудкова.